Ты наше чудо, чудо, лопата действия. Конечно, не скажу, что прям так очень легко, потому что с моим весом это, конечно, несложно делать. Вот целину такая лопата навряд ли возьмет. Ну, допустим, прошлогодние грядки, она вполне справляется со своей задачей. На спину. Нагрузка на спину практически никакой. Да, как у меня проблемы со спиной, и копать простой лопатой мне как-то совсем уж неприятно. Вот, земля, конечно, сейчас сыроватая. Ну, как видите, это здесь в прошлом году был парничок. Вон сорняки лезут. Останется пройти грабельками. Ну, в принципе, этого вполне достаточно. Понравился видос? Ставьте лайки. Спасибо ребятам, которые помогли осуществить мою задумку. Всем пока. Рекомендую.